Раз, раз, мать его. Раз. Ай-яй-яй. Все слышно, всем привет, со мной Славик, и это заебись, когда он выключит вот этот музон. А под этот музон мы будем геймплеить, мать его, мартуху. Ну сейчас попытаемся настроить ебаные геймпады, потому что мартуху мы давно не брались. И приубавь это поебень, а уже. А что, громко орёт, что ли? Громко орёт — это другие слова, которые можно оповестить другие. А оповещение куда будут приходить? Сюда? Не знаю. Вряд ли они вообще будут приходить. Ну не знаю, мы просто тупо поиграем. Так, давай, давай, давай попробуем, как у нас с джойстиками. Сначала джойстики потестим. Да, да. Да, да, давай. Да, 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 давай. Я просто на бум сейчас тыкну. А я давай тоже на бомб. Какой-то более-менее. Более такой... или менее. А, ну давай вот этот синенький. Снова. Работает, да, все? Кнопочки работают. Все, кнопочки работают, значит погнали. Я победил тебя. Ты что, Флинстон вывелся? Что, больной, что ли? Поехали драться, нет, заебал. Не, подожди, давай кнопочки проявим. А у меня верхний не работает, да? Не знаю, почему работать должны. А ты что не нажимаешь? А, я не сломался. Не, вот эти вот я на ниже перестроил. Нижние, нижние бери. Ну, короче, все, мне похер, я валить пошел. Ну, вали меня что. А я разучился в мартуху играть. А я тоже не умею субзиру играть. Я так могу тебя поддвигать или что-то. Ай ты. Ай ты камень, ай ты камень, на тебе в лоб. Как прыгать-то? Вверх. Что, не прыгает, что ли? Смотри, я могу стоять здесь, картинка меняется прикольно. Синяя. Синяя. Ты прыгать-то учись, вот так, как я. А как? А, стрелка вверх. А, ну ладно. Да ладно, у меня так кнопки работают, что ли? Подожди, а у тебя стоит что, на кнопке или на... И на стике, на кнопке. На стике я могу только прыгать и... А ты нажми тогда, чтобы на стике полностью играть. Ага. Вот так. Нет, да. А, подожди. Ну-ка. Все, все, поехали тогда. Эй, мужик, эй... Эй, ты супермен. Рью! Ты супермен. Эй. Эй, супермен, ты хорюш. Здорово, здорово. С пяткой я не здороваюсь. Жесть. Так, вот так вот. Подожди, сейчас Флинстон выиграет, что ты, жесть, сразу жесть. Сейчас все будет. Я сейчас помню, как играть хотя бы. Ну да. Идем сюда. Ага, тайм овер. Ах ты! А, я все-таки выиграл. А вот зато у тебя тёлка, зато у тебя тёлка. Отсосало, разорвало. Отсосало на столе. Отсосало за столом. Так скажем. Ну, что у тебя было на столе? Отсосало. А кусок сала, мясо сала. Отец солил, и вот на столе только отсосало. И все, больше ничего. Давай, говори дальше, пока тебя попинаю немножко. Сейчас я тебе боулинг устрою здесь, начнешь здесь. А я буду скрываться и мало. Ну а сейчас прям боишься меня, прям собака такая. Я же такой ниндзя, что я должен проскальзывать. Ага. Как скользкий, как понос. Это. А, Серёга в кантаче тусуется. Так, все. Здорово, Серега, если ты нас слышишь. Да слышь, слышь, там. Я привычка нажимать на эти кнопки, но их что-то кто-то вырвал. Походу чужой. Ну, пришлось ну, переключиться. На чем играем, на том играем, блин. Так. Да хватит такие приемы из... Я Флинстон, блин, мне похер. Из ниндзюцу. На нахер. Хватит твои ниндзюцу. Зато я умею прятаться. Смотри, бдыщ, бдыщ. А я тебя могу с затылку ударить. Проехать зад и затылок. Да, сейчас. Ай-ай-ай, я по ногану пинал. Комбиар на тебе, красавел. Ах, сейчас не зашло. Да на нахер, убьем по башке. Ладно, ты меня разозлил. Ну что, серьезно, что? Тебя надо забороть все разок. Или с локтя в лоб хотя бы. Да ладно тебе, блин, с локтя сразу. Ну, смотри, ты видал, у меня кровяк вылетел. Так, стоп. А ты что еще? А, кстати, заметил, что вот это вот мугенские мартухи, они не сделаны, как на Сеге. Они, ну, крови вот этих выбрызгов. Не так сильно брызги, да? Да, да, крови брызгов нет. А мне какая разница, мне все равно тебя мочить, потому что я все равно проиграл. Время кончилось. Жесть. Ты смотри, вот это жесть!
Хули тут, блядь, Кун Лао приперся? Флинстоун купил Кун Лао, что он прилетел и сделал, сделал ему фаталку. Сделал ему фаталку, незаконную, да. Кстати, ёшкин законная пол. Фаталка. Блин. Выбирай. А у нас канал 18+ стоит? Нет, это не бессмысленно. У меня канал на YouTube забанен, а отвечу похеру. Так что, сорян. Кстати, Серёг, а ты... Да, 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 он с ВК смотрит. А, с ВК-то ладно, приходи, пиши в контакты. Давай, выбирай уже перси, я готов драться. Миша хочет биться, биться. Подожди, мы еще не... А, чё это? Чё это? Чё это? Дай вот это непонятно выберу. А как ты вообще обнаружил, что ВК-то у меня тут... Ебать, чё за а чудо-юдо? А вообще трансляция так-то идет. Так, сваливаем отсюда побыстрее. У меня, кстати, очень большой демо. Да, ты ладно тебе! Ну я же как-то... Я думал, это лошар какой-то, а как этот бешеный. Лескоп вроде бы. А чё я мимо тебя проезжаю? А чё? Всё понятно. Да ладно, без понтов, смотри, жизнь не отнимается. Это кто был? Что? Кто? Чё сделал? Ну, марвелская заставка, это явно ты, блин. А, если марвелская заставка... Обязательно марвелская заставка должна быть, чтобы я что-то сделал. Ну давай. Нет, это твои суперы, твои комбиары так работают. Ну давай еще что-нибудь сделал. Ты точно скорпион? А что ты красный такой? Ты что, загорел на солнце? На солнце? На солнце? На сальце, блядь. На сальце? На сальце? Лети, блядь. А что мы делаем? Может, подеремся? А я что, по-твоему, я тебе ебальники не колю, что ли? Ах ты, куда ты лезешь? Да ты замучил своим этим. Апперкотом. Я что-нибудь сделаю нормальное. Блок. А может, еще раз? Лети. Далеко. Опа, забрали. Меня забрали кто-то. Че у нас там? Зелененькая? Зелененькая. Жесть. Хорошо. Так, пиши жесть. Да это, конечно, было нелегко. YouTube меня так и не разбанил. Поэтому на YouTube только запись появится. Но ничего не поделать, пацаны. Что-то у меня получаться начало. Я да это я просто это, у меня руки заняты. Я этого просто не люблю, но у меня почему-то получаться начало. Там и леща, и туда, и сюда. Но бывает такая фигня. Ох ты, ёпта! Стоять, ты куда? Да у тебя три апперкота, у меня жизни нет, а мне пытаться нужно, чтобы Марвелским что-то сделал с Морталовским. Марвелский против Морталовский. Ты еще раз повтори так. Марвелский против Морталовский. А смысл? Я боюсь. А смысл? Смотри, вообще жизни отнимает. Твой апперкот больше отнимает, сколько моих стараний. А кто выиграл? Я выиграл. Конечно, ты выиграл. Я говорю, лоха какой-то выиграл. Вообще мощный чувак так. Ну-ка, имена вы еще писали где-нибудь. Орчит. Походи... Орхит, это из Killer Instinct. Орхит это девушка вообще. Да, должна... девчонка с двумя палочками, с такими маленькими, из Killer Instinct. Если бы у нее еще получалось, я же выиграл. А, ты не выиграл. Я на рендоме. Нашел кровь. Если бы не получалось так, как принести, так болталось. Слав, выбери Капитан Марвела. А что, это у нас отстает, да? Чтобы, ну, естественно, чат отстает, ну что поделать. Ну сейчас выберет он. Вот он сейчас Аркидом попробует меня свалить. Аркиды. Да это не получится. Я тебя сейчас заспамлю просто. Песочная девка. Это ты песочная девка, а я песочный мужик. Эх ты харер! Блять, стоять! Комбо-брейкер нахер! Комбо-брейкер! Пошла! Тюх-тюх-тюх-тюх, словец, ебать! Ну чё ты за нахуй, а? Я должен всегда выигрывать, ты почему выигрывать начал? Всё. Опа! Справедливость вызывает. Он чё? А, он человек что-то ебать? Ладно. Справедливость восторжествовала, блядь.
Сейчас выберет, блядь. Сейчас. Он искать будет год его, правда, но... Я знаю, где он находится. А, ну давай. На тебе, печеньку, печеньку. Возьми печеньку. Сам возьми, сука, печеньку. Ах ты, ах ты, ах ты. Как тебе песочки-то? Ха. Ага. Нашел кого ставить, а? Иди, иди, плохой, 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 плохой. Блять, плохой. Сука. Тебя что, заклинило, что ли? Добро... А, да, меня заклинило, стоять. Так, все. Да не, за... не, как заклинило? Эй, орхид, вот она в пантеру превращается, да. На тебе по башке. Я вообще, кто бы знал, блин, вот так умею. Ну, это бессмысленно. Это хуйня. А давай я так умею. Так, ну-ка. Сейчас, подожди, устроим тебе эпопею великого огня. Да видишь, я жопу построил, ты мне... Дыщ, дыщ, дыщ! Красотенюшка! Кто может красотенюшку делать? Кто, блядь? Вы, я, сука, могу! Вы чё, больны, что ли? Ваш Левкин Инстинкт вообще Марвелом. Тремя пауками. Нормально вошли, блядь. Вот это Капитан Америка. Чё, мы не протормаживаемся? Нормально всё? Ну, Капитан Америка, я думаю, только он один, просто на нем просто написано на шлеме. Это же он один. Ну да. Ну да, ее посмотрим. Сорян. Ничего такого, а мне. А у меня нос не в том повидли, да? А не в том ты повидал, а здесь полез. Не, как обычно говорят, а мне. А у тебя нос в говне. А это, а мне. А у тебя нос не в том повидле. На работу бомбит устраиваешься и говоришь. А ты не в то говно полез. А у меня. А мне? А я... тебя нос не в том повидле. Я вообще не знаю. Да, мы да, слова вообще перепутали, что за бред? У тебя нос не в том повидле. А ты говоришь, ты полез в говно, да? Блин, чё? Чё, руки уже не терпят джойстика? Да нет, я просто мозги не терпят. Кстати, джойстик. Ты различаешь различия и, ну, понимаешь между джойстиком и геймпадом? Геймпадом. Геймпарадом, а геймпадом. Геймпарадом, блядь. Геймпарадом, а геймпадом, блядь. Геймпадом, геймпадом. Геймпарадом, блядь. Мы что-то на вечеринку строить решили, что? Я же выбрал этого рядом с лысым, блядь. А, извиняюсь, сорян, 18, может, кому-то и нет. Падом, гей-парадом, блядь. Ну, сорян. Ну, а чё, блин? Один гей, другой мощнее гей. Мы вообще геи тут сидим. Пойдём, Славик, ебаться в жопу. Пойдём на экране посмотрим, как получается. Сейчас я тебя выебу. Эй, нечестно начинать, пока я отвлёкся. А ты хули подходишь, я просто под... Я ботинок чищу от говна, какашка. А, ну чисть пока я потусуюсь. Итак, разминаюсь. Ну что, пойдем что ли? Погнали. Давай на мой щит зайди. А, ёпти, блядь. Ой, я какой-то искрящий стал. Чё ты блядь, слабый, Капитан Америка стал? Какой-то уёбок, блядь. Подожди, стой. Да, ну, он... Ну, не вот то, чтобы уёбок, я имею в виду это. Да, слишком сильный, да. Сейчас меня на перкотах летать будешь. Все? Нормально? Нормально? Ах ты! Да я просто придумал, думаю, с ноги лучше приземлюсь, что ты выебываться начал. Ты чё, Супермена включил? Ты кем играешь вообще, блядь? Я не знаю, там написано что-то. Какая-то херня. Какая-то херня. А, ты мне ещё... Отхуесосили. Сейчас, походу, мне Капинамер бессмертный готовит. Я сейчас что-нибудь придумаю, что-нибудь интересное. Ну, бессмертный, популяю, хоть покажу геймплей. Ай-яй-яй, тут бывает, проскакивает. Но выебываться надо иногда. Да. Я же актер. У меня пальцы реально устали. А ты что нажимаешь? Я вообще не напрягаюсь. Я могу вот так вертеться, крутиться. Да я хочу, а что сделать? Ты что, дрочил, что ли, блядь? Я тебя закрою! Отстань всех натворить! Отстань! Отстань! Паршивец! Ты чё там хватаешь? Я 100 лет в руки Джоя не брал! Да, я тебя поддержу.
Подержи, блядь, подержи. Хватит, убери свой щит. Ты вообще не такой выглядишь. Ну нахер. Люди Икс, бля. Ну ладно, победил ты меня в этом да раунде. Да нет, не победил еще, подожди. Ты что-то злой? А, победил, блядь. Да ты какой-то слабый вообще, немощный пойду стал. Пойду-ка я это, в немощную комнату. Это он объясняться пошел с продюсером, что с ним случилось. Да, блядь, какая-то хуйня, блядь, происходит. В чистый биотуалет, кстати. Да. О, блядь. Миш, тебя по секрету кого выбрать? А ты что, комменты не читаешь, что ли? Че слабо, что? Я ж подавился, слабо что ли? Это же блютуз. Мучительная смерть. Кошмар. Какие комменты? Никто ничего не пишет. Ну, Серега что-то написал. Жесть, потом Слава выбери Капитан Марвел. Капитан Марвел выбрали. Ладно. Ну, как дальше смотреть? А там что-то вообще... А через 3 часа что-то приходит? Да, недолго идут порой. Что, из Обчининовки пешком через обходной мост? Какой объездной обходной? Или как он называется? А я знать не знаю. Если я Шреда выберу, это значит поражение. Ты кого выбрал? Слава, капитан Ютуба, блядь. Капитан Ютуба, Сергей, ты. Кстати. Серега, блядь, ни одного стрима не сделал, блин. Эй. Капитан Ютуба, блин. Нет, про видосы я молчу, я имею в виду. Я про видосы. Да. А про не, про видосы, да, капитан. Не, но он капитан видос. Поэтому, ну, вот мне нужен был этот капитан. Кстати. Ты выбирать будешь или завтра? Я вот думаю, против. Ты кого выбрал? Я не знаю, я что-то нажал. Какую-то а где вообще появляется название ты того? Супермена выбрал, что ли? Серег, а ты с чего смотришь-то, блин? На Ютубе же нет трансляции. Ты как на Твич-то попал? Подожди, стоп. Нет, у нас на Ютубе же нет, ёптель. А ты через Контач смотришь, все понял. Потому что мы на Твиче идет на Контач сразу. Да, мы с Контача общаемся, да, а смотрим... На Ютубе я до сих пор забанят. Ничего страшного, но не весело. Не весело. Согласись, не весело. Очень. Давай. Ну, ничего поделать. А вот это что? Эд ругал. Ругал, всех отругал. О-о-о, сейчас будет макач, пацаны. Говно макач. Либо нормально. Ты что, какой? Что ты какой золотой? А кто я вообще есть-то? Ты желтый, что ли? Ну, короче, похеру. А, бдыщ. Сейчас Славик, блин, полетит. У меня. Ух ты! А что ты как перепрыгиваешь? Это одолел меня уже почти. Я так умею. Я как кулава. Я, сука, у меня жизненные силы. Из воздуха! Не подходи ко мне, я обиделась, да? А, ну сейчас обидишься. Получай, гад. Ах ты, сильный что ли стал? Да бежать? Я вообще гипер крутой чел, смотри, как умею. Я что-то им забыл как. А ты вообще кто есть такой шансук недоделанный? А сейчас ты желтым. На теле еще. Телефон через уведомление. А что же через уведомление? А, ты не, ты не дома что ли? Нет, через уведомление у меня на Ютубе даже нет трансляции. А где ты? С Твича уведомление получил что ли? Что-то я не вгоняю, как это работает. Блин, меня Славик бьет, пока я думаю, как работает уведомление. А блин. Не надо ко мне подходить. Бля, Славик, не бей меня, я слишком сильный для того, чтобы умирать. Ну ладно, завтра. Я помогу планете больше, чем ты. Да ладно. А, ты, что у меня лазер? Где у тебя лазер-то, в жопе? Все, у тебя в жопе теперь мой лазер. А что там 18+ поставили? А, какие нахер 18+, это не роляет? Ну, мы же не на Ютубе, мы же на Твиче. Ну давай поиграем. Да, так, тогда. Да давай. Я же говорю, надо. Так, во. Я сам... Ты что, заморозку понял? Дыщ. Придумай что-нибудь уже. Дыщ. Я же тебя сейчас... Дыщ, придумай что-нибудь. Дыщ. Ну сейчас проиграешь. Дыщ.
дыщ. А я согласен, потому что у меня не... А тебе надо было просто влево отлететь, и все, что ты не нажимал влево? А он мне просто не нравится, он мне табор отлетел. А ты слил что специально? Да. А, негодяй. Мне просто ни хрена не понравился. Уведомление, так понял, через контакт, да, приходит? Понял. Так, где мой стик? Это говно. Я вообще вот так закрытыми глазами выбираю, что я выбрал. Давай, говно другое. А, подожди, а кем? А я не знаю. Ёб твою дичь. А я в коробке. А ты опять тем же, что ли? Нет, другой какой-то мудак. Это тоже, который дрочит, вот только же. Ты смотри, чё, вот сделал еще вот так. Дрочит. Да. Ох ты, какой крутой, сильный. Иди сюда, Человек-паук, блин. Сейчас это я тебе... вообще Дэдпул-то. Фу, бля, Дэдпул, сорян, пацаны. Это Дэдпул, я что-то вообще попутал, мастер. Так, подожди, стоп. Я забыл, как Дэдпулом играть. Я вообще не знаю, кем я играю. Вот это вообще вопрос. Ты вообще каким тем? И ты еще научился играть им? Нет, у меня все случайно выходит. У тебя случайно выигрывать получается? А я по лестнице побежал, а! Опять будешь меня на апперкот влетать сейчас? Ну, ладно, не я... лезь ко мне на апперкот, я специалист по апперам, ты чё? Ты же сам сказал, другого включишь. Ой, другого включишь. Так я включил другого. Попадешься на апперкот, будешь летать на нем, вот так вот постоянно. Вот я сейчас тебя отпущу, иди. Блин, надо было мне прогеймером стать в свое время. Я валял всех. На, вот так тебе красиво. Я просто за красоту гоню больше. Вот чтобы вот такой. А! Нифига себе, это бруталочку мне. Ага, стоять. Не, Славик, это даже для тебя слишком круто. Так, подожди. Это не я был, да? Не, ну чересчур. Это же Дэдпул. Бля, подожди, стой. А ты что, экран свой не узнал? Я боюсь тебя. Ай, тёп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ты думал, я такой слабак, что ли, что тебе проебу сейчас? Да не, у меня просто там защита ниже яиц был. Ниже яиц. Ниже яиц. Ниже яиц? Не бывает яиц. Давай попробуем вот этого харизматичного чувака. Подожди, что у нас проблема? Че, чатик пропал? Как слышно, алло, гараж. Как тебе увеличить изображение-то? Как... Это контакт. Если так, так это не получится. А ты в контаче сидишь, что ли? Конечно, это контача, а это свеча. Ну, а я сейчас, ребята, я сейчас бегаю на YouTube по-быстрому, гляну, что там происходит. А смысл? Да потому что ошибку что-то выдал, даже сейчас. Смысл ошибку выдал? А, ну и как YouTube может выдать ошибку, да? Если я туда не транслирую даже. Ты чё, сейчас, одну секунду, просто мне, блин, у меня пиздец как любопытный, я пиздец любопытный. Ну это... ладно, я вскрою пока. Да, давай, Дунь. А, давайте кого выбираем, короче. Думай пока, кого выбирать. Хотя я понимаю, что выбирать, в принципе, задумывать-то мало вообще, чем можно. А, ну все, я понял. Я слышал. Так. Мы на Твиче и ВК только. Мы на Ютубе не играем. Здорово, блин. Здорово. Ну что, Славик, готов к крутой обороне? Или к местному насилию? Это заноска. Блять, это не заново, это типа заново. А где я есть? Ну я как сказал, давай заново. Я буду Пикачу. Ну как хочешь. Маленький желтенький Пикачу прилетел. Ну повзрослел немножко, дебил.
Какой-то Пикачу, блядь. Ты чё, блядь, сука, Вольверину взял, блядь, Пикачу, говорит, это Пикачу. Ну, взрослел, блядь, ёбаный в рот. Чё-то железный человек, какой-то демон отключил. Блядь, сейчас, ну я проигрываю тебя, задолбался, на тебя выигрывать уже. Я уже все партии проиграл. Ой, ёпта, удивительно. Все партии проиграл уже, все. Да что ж ты творишь, ты не... такое. У тебя щит хороший, ты чё, шмазги ебёт ебать. Да щит-то хороший, но здоровье-то полоска, смотри, по-другому гласит. Ну ты жизнеобеспечение здесь. Ой, ебах, муха. Нет. А мы чё, в другой мир, что ли, изделие? Ну ты куда-то меня переместил, ну и тут пизды получишь. Сейчас, подожди. Пикачу побеждает всегда. Черт, я проиграл очередной раз. Славик, что ты меня сегодня... Или я не в форме? Я просто... Я знаю, кого убирать. Да, Славик, читай комменты. Я пока не буду тебя трогать. Из Кантача там. Владимир Косовенко. Славик, о, привет. Вован, Вован. Вован, привет. Прикольно. Вован, мы тут собрались со Славиком. Здорово, Мишка. Мишке привет от Вован. Давай, Петюню, в камеру. Дынц. Давай, Петюня, большой. Да. И не о чем не приседай больше 500 Славик, раз. Блять, не я даст... Я нахуй не он надо. Не даст соврать, я после вот этого твоего, я там... Сколько я присел там раз? Так. Я себе, до сих пор Слав, ходить не могу. У тебя остались еще интересные хистори. О, да. Здорово, Мишка. Ладно. Серега. Я тебе... Какой Серега нахуй? Тинигин. А, Тинигин? Серега? Блин. Там Вован и Серега, у нас всего лишь двое. Ну, короче... Блядь, очень приятно, что вы в ВК заходите, потому что на Ютубе я забанен. Серега... Блин, я тебя видел, ты так быстро бежал. Ну ладно, дальше расскажу потом. Красовенко. Вован, окей. Вован, наше все, Вован, твой видос, я Я, кстати, вот единственный видос на Ютубе, который я пересматривал три раза. Как Вован ездил на этой электричке, блин. Там... Вован, скажи, кто победит? Я, конечно, кто же еще? Да я ж тебя боюсь. Мне реально нравятся вот такие видосы, где путешествия, вся хуйня, блин. Если есть такая возможность, пили их больше, пожалуйста. Очень заходит. С донатами я, конечно, сейчас не помогу тебе никак, но видосы просто заходят. С донатами вообще никто не поможет, потому что мы сейчас на мели ну, вообще тут раз все. На раз, да. А вот, блин, просто посмотреть, как чувак делает, где-то там в Московской области, там в электричке, во всем. Вообще вот классно. Вообще супер, Славик не даст соврать. А, сорян. Извините, сенсей победил. Да. И нужно затушить немножко. Сорян. Читай коммент. Повтори попытку. А, бля, опять вылезло. Извините, неполадки. Да никаких неполадок нет. Сейчас да у меня это... Да вайфайчик улетает, хуйня. Бывает всякое. Так. Тут, тут есть, у меня тут нет. Мы сейчас комменты не будем читать. Бля, как-то не будем мы комменты читать, эй, ты чё? Ну вот я тебе и говорю. Мартуха со Славиком. А, это написал, да? Да. Читай комменты, заебал, бля. Чё там пацаны пишут, мне прям голубой. Владимир Красавенко. Ну, а Вован. Ха, молодец, Слава, знал сразу. А Фролов вначале не узнал меня. Да, Фролов вообще тупит. А Фролов, он тебя вообще... Да он тебя, блядь, а кто тебе Фролов? Опа, чё написал? А кто тебе Фролов? Подожди, чё там написали? Я не вижу отсюда, мне далеко чат. Как тебе понравилось мое путешествие? Бля, оно было просто пиздадише. Это, бля. Чувак, подожди, Славик, дай я скажу. Я не смотрел просто. Вот Славик не смотрел, я смотрел. Я два раза посмотрел его. Это просто, ну это просто пиздато. Во-первых, объясняю, почему. Просто вопрос, да, лаконичный. Почему? Почему дальше понравилось? Вопрос. Сейчас будет. Как тебе понравилось? А, ну. Вот, смотри, первое. Я обожаю железные дороги. Это для меня, это моя слабость аская. Вот, и второе, я люблю тревельные стримы, ну или записи там стримов, ну путешествия. Притом не такие путешествия, о, я поехал в Болгарию, у меня в Софии там, блядь, охуенный люкс я там снял. А вот именно вот наше, вот такое, житейское. Я поехал в Бугуруслан, блядь, снял там, блядь, сука, койку, блядь, в хостеле, блядь, в хостеле, да.
хотел сказать в косписи, блядь, вот. В косписи, подожди, в косписи. Рановато. В хостеле, блин, да. А вот в хостеле можно. Да. И вот мне вот такие видосы путешественные нравятся. А Слава, значит, так рядом, блин. Плюс Вован так сделал еще охуенно, что, блин. Все, у меня телефон сдох, что ли? Это то посмотрибельно на моем юзе. Это, нужен телефон тоже зарядить как-то. А я не знаю, где у меня зарядка. Я только, значит, приехал, я не знаю, где у меня зарядка, где у меня что лежит, у меня все позарядано. Кочмар? А. Ну ладно, мой сдох-то ладно, он зарядится, включится. Да, сейчас. Так, люди, я что, не причесался? Секунда делов, технические возможности, чтобы подожди. Вас считать. Блять, стой, блядь, Вован, я на твой видос зашел случайно, сорян. Короче, так. Мне нужно отойти. Сейчас мы вернемся. Так. А, так у меня нет видос на YouTube, что я смотрю-то? Ладно, давай, иди, блядь, Славик, быстрее, блин. Да ну нужно эту зарядку найти, где у тебя зарядка была для телефона. Ты не зарядка, телефон, дай мне его. Сейчас, одну секунду. Сейчас Славик испражнится там. Сука, слышно. Бля, пиздец, какой он гонит. Это есть. Ой, ладно. Бля, Славик, где зарядка? Блин, ты... Ничем я не заряжал телефон. Ебать, у тебя вечный, что? Ну да, у меня вечный телефон всего лишь. Ебать, просто зарядка, а твой телефон, по-моему, подходит. Угу. Мы сейчас в чате как... А, хотя бы рассказывай, что там... Аду... Как на даче? Гордо охуенно. Да хреново на даче, как на даче. Че, сам не видел, что хреново. Кстати, у тебя чатик высвечивается? Высвечивается где-то. Хреново на даче. Я не люблю сельскую местность до смерти. Если так где-нибудь попутешествовать, но не больше. Ну блин, зарядка у тебя же была. Телефон чем заряжал 2 дня? Блин, ну была она. Ну блин, сплыла. Как? Ладно, давай, Славик, я, короче, это, пирамидку пойду, и ты иди поищи зарядочку. А, ты пирамидочку? Да. Прям в этой игре? Да, прям здесь, прям только сейчас. Только это, хардочек поставь. Хардочек? Да, нихуя ты заебал, блядь, хардочек. А у меня хард 8 стоит, ты чё? Бля, у меня это хард стоит. Блядь, сука, чё... Сочувствую. Да, блин, ну хрен его сочувствовать. Да, мать орала. Ой. Ну надо же меня на место ставить. Ну чё я хуйней занимаюсь? Сам понимаешь. Мать орала, блин. Меча я орала. Давай, Славик, короче, по уровню по жизни. В аркадку. За кого пойдем? Да не, мать не орала. Мать наоборот говорит, тусуй дома, не вылази никуда. Мама сказала, он супер. Но... Короче, я рендвена выбираю. Ему нужно... Техническая поддержка. Секс, помощь от девушки. Ну ладно, шучу. А я, кстати, сейчас задумался, что, блядь, а может быть реально? Может, я жениться надо? Мне-то похуй. Я уже пробовал. Ты смотри, какая-то хуйня. Ебать. А это каменный Халк, что ли? Ебать, я Халком не умею играть, пацаны. Сейчас. Славик, читай, там пишут люди. Так, подожди. Подожди. Я пытаюсь Халком тут, пацаны, сорян, что сейчас коммент не прочтем. Сейчас Славик тут зарядку пытается подключить, а я пытаюсь... А вот это вот... Вот она... эта арена из семейки Адамс, мне просто интересно... А, из Кастельвании она. Сейчас я покажу, как надо ты играть. Ты кем вообще играешь-то, я не понял. А ты не понял, что ли, кем? Я думал, ты ниди играешь, да? Нет. Ты мужиком играешь? Да он, по-моему, побеждает так-то. Я не знаю, как он побеждает, если я вот тут валю, блин, за полную проблему. Савенко Владимир пишет, сочувствует те, мать орала, как всегда, на тебя, да. Но мать добра, но у меня, я не знаю. Владимир, у всех мамки супер.
Да не, все же добра хотят, понимаешь? Если такой... Но не всегда хотят. Если ты распиздяй, блин, ты распиздяй. Даже если у тебя ответственная официальная работа, и ты распиздяй, ты можешь себя проявлять как распиздяй. Но работу свою делай. Каждый же должен что-то помогать другим. Для чего вообще работа? Вот, вот некоторые думают о том, что работа это тупо заработок, да? Чтобы себе что-то поиметь. На я самом деле, да, ты вот Славик, например, так думает, он сидит. Я не сижу. Сидишь. Вот. И не вот... сижу пока. Да как ты? Ты словами аккуратнее говори. Сидишь на стуле, ладно, буду выражаться конкретнее. Вот. А... Ты человек с высшим образованием, но даже как-то... А некоторые думают, что, в принципе... Бля, ты мне мысли сбил. Сука, меня достал уже, дыщ. Ты кто, большим мужиком что играешь? На Сэндмэм что не узнаешь? О, хорошо вписал мне. А некоторые думают, что просто... Сука, вообще смысл сбил. Ну, короче, мамка плохого не скажет всегда. Начиная с чебурека, бля, заканчивая работой официальной, все такое, бля. Кажется, мамка его полгала, сказала, что он просто... Долбоёб. Лентяй. Да, но на самом-то деле я не лентяй. Всё. Я смотрел видео Тинигин, как он окнами занимал. Как тебе понравилось? Если что, Диман тебя научит, потому что Диман этим занимается, а Серега снимает как оператор. Но Серега тоже много знает. Нихуя себе, что происходит. Ты слушай, там карт 8+, что ли, стоит? Да, я 8+, поставил, мне просили, поэтому меня хуесосит сейчас как... Не, я на 8+, не затащу, пацаны, это реал. Потому что там вообще нереально что-то сделать, по-моему, да? Ну, да. Да, кстати, я попал учиться. Ну на, пожалуйста, геймпад. Бля, ты хочешь, да? Да, мы оба. Долбоёбы. Ну, бывает. Ты шоукан, поставь хотя бы шоукан, блядь, запиздит. Да за, нет, запиздит. Нет, подожди, начал так начал. Ебать, это сразу нахуй. Тебя вынес сразу. Ты не сыграешь. Тебя вынес. Сейчас я пробовать буду всякое. Ты маленьким? Бля, маленьким. Ты что, не знаешь, что это такое, что ли? Если ты маленький, то я его вынесешь. Ага. Значит, творит, блин, ну это на харде, блин, ну... Чёрт, на харде это сложно. Блин. Джойстик, да у меня же все джойстики сломаны, тут ломать нечего больше. Чё там пишет? Чё пишет? Лайк поставил. А, спасибо, ёпта. Игру... Эту. Вов, подскажи игру, какую хочешь увидеть. Вов, прикол, да, когда ты сказал спасибо, ёпта? Понял, да? Кого я копирую? Спасибо, ёпта. Ёпта, это лавановское постоянное вот это слово паразит, вот это, ёпта. Инфинити. А, кстати, смешно звучит, всегда прикольно, в тему заходит. Вот сейчас я что-то, блядь, тоже насмотрелся вованских видосов, тоже, ёпты, постоянно, ёпты. А это Самар пошло, а в Самаре или где? О, в Московской области. Ну, Самар пошло, зараза такая. Там же ёпты. Блядь, это ёпты, блядь, это просто... Шредера выбери. На, выбери, ёпты. Ёпты. Нет, за ёпты. Нет, я теперь буду говорить ёптыль, а не ёпты. А можно другим джойстиком? Да, конечно. Просто другим выбираю, все. А как? Да так же. Вниз? Или просто батл? Да батл. Батл. Батл пива и большой косяк. Если у меня получится, может затащу. А может не получится меня затащить. Ну давай пробуй, я не знаю. Я же такой. Да давай, вытаскивай. Я же полубог. Опа, музыка неплохая. Музыка неплохая для лоха. Да. Спасибо, что ВК, спасибо, что, блин, с Твича смотрите, ребят. Ну, с Ютубом пока проблемы, да. Эх ты, рейдены сейчас хуесосить будут. Да чё его хуесосить? Как ты быстро с ним забрал, Шреддер. Представляешь, в детстве у тебя, наверное, зиг по фазе был. Шреддер? Сука, против Рейдена. Это... Я бы свихнулся сразу, блядь. Я прям в дубильник ушел. А чё они, говорят, цвета меняются? А почему это теперь вот уже, блядь, сука,
Нет, не Рейден. Что, Самсунга выбыл, что ли? Нет, это вообще-то. Шедер же мощный. Давай еще один, еще одну битву давай. Снежок. О, снежок пошел. Иногда получается, иногда нет, чё я? А я чё? А я чё? Пингвины какие-то летают. Если кто не знает, мы сейчас на прохождение играем со Славиком. То есть не друг против друга, а на прохождение. Чё он больной какой-то вообще, пингвин, блин. У меня даже пылесос быстрее работает, чем он. Да у меня, блядь, кулер на ноутбуке быстрее. Эй, хорош меня на воздух поднимать. Ты иди сюда, пиздюк, ёбаный. Свои тролли катается. Отлично все, значит, отлично. Так, ну, чё? Не, мне аренка, вот это нравится, красиво, я бы ее спиздил. Ага, мне не устали руки, я пошутил. Давай продолжай. Не, мы не по жизни, мы здесь не по уровню, а по жизни. Еще не по жизни. Ну, значит, нужно запиздить можно. Ну, что-то расслабился я. Мне что, пошатали, что ли? Курица, стой, курица, стой. Давай. Психош, у меня что, психош, что ли, начался? На что ты думал, там, блядь, что хотел? Я пока ищу. Пью. Блядь, слушай, а у нас все последнее, да? Не, ты будь добр. А, буду добр. И что, он меня сейчас будет пиздить, да? Да вали его нахер, блин, и все. А с ним проще как-то? Или он пока не сопротивляется? Вообще тут максимально сложится. А смотри, что он делает. Пока я его блок... А, это... А, это Рейн! О, Шреддер, один прием и все, нахуй. Здесь игры нет, нахуй. Надо по 20 ватт ваших, блядь. Быстро кончилось. Даже компьютер сказал. Вы что-то устали. Давайте поиграем помедленнее, что ли. Ты читай там комик пишешь. Ну мне, чтобы комик читать, надо в оперу зайти, я тебя отвлекать не имею права. Ну что там написали? Пиздец, мне завтра мощным чуть-чуть заниматься придется, но увы надо. А чем заниматься, я не знаю. Чего? Ну, может, и же. Подожди, я не понял. Так за лицом не видно, так лайм. А так не стрелять. Баба какая-то. Больная. Джиу-джитсу? Джиу-джитсу. Вот смотри, джиу-джитсу он меня занимается, не поймешь, чем он занимается. И, походу, сдохла, что ли? Че, убил, что ли? Да нет, я ее поцарапал, она что, сдохла, наверное. Это аллергия на порезы. Кошмар, знаешь, привет, пацаны, что, короче, смотрите с контакта, блин, но... Очень обидно, что на Ютубе меня забанили, прям пипец просто. Вот, кстати, вот вообще, вот сколько я вообще из Ютуба не вылазю, блин, вот постоянно повторяю, вот не видел вот таких вот файтингов, чтобы кто-то стрелял. Куда я делся? Ушел с отбоя. А мне куда деться? Кудыщ, а, ее добить кудыщ. Нужно, да? Да. А я что-то спрятался вниз и ушел на ступеньку. Давай я сыграю что-то. А, вот. Нет, да, по жизни, по уровню. А, по, ну, давай по жизни. Проиграешь я сейчас одно. Слушай, а все, да? Реально пью? А, да. Не, пью не кончился. Подожди, задуй. Ну, задуй. Славик решил пройти Мартуху. На восьмом, блин, уровне сложности. На восьмом. Ну, это не Мартуха, это как бы... Ну, мугеновский Мартуха, обычный Мартуха. Ух, смотри, какая красивая арена тут тебе попалась. О, он меня захахахал. Он меня застрелял, да, но он сдохнет, походу, да? Он сдохнуть хочет. Но у него жизни же нет. Его один раз ударить, блин. Джокер. А, у меня победитель шел. Не, он же меня забьет тогда. Отбивайся, кнопки тыкай. Да, забил. А, подожди, второй шанс. Я ничего не вижу, тяжкие есть.
канал создавай. Новый? Да нахуй новый канал? Я тебе говорил, создавай новый канал. Похренюку, новый канал. 3 секунды, разъебать. Видео завтра на ютубе выложу, да и все. Лол. Монтажем, блядь, дидице. Это Волк прислал. Ну нормально, в принципе, прислал. Вот этот посылки пересылали с Самары в Москву, из Москвы в Самару. Как быстро мы тут общаемся. Было вообще ништяк. Не, арену ценить надо. Хорош меня пинать, меня не все. Славик, получается. Давай не сливайся, а, блин. Он что-то замутил что-то. А я сейчас замучу. Тебя проверну немножко. Подожди. Давай я замучу. У меня мутка прикольная, блядь. Биля. Биля была. Ага. Теперь моя очередь. А, я же с тем джоем, да. Так. Ой, раф. Нет, ты играй, я еще выиграл. Играй. Раф против Шреддера. Вот это вот конфликт. Так, что там пишут? Читай. Ну так далеко. Я же набрал. И ты наберешь. А, мама, ты про то, что ты этот первый канал забанили, что ли? Ну, блин. Ничего, он наберет. Я буду ждать. Для меня не принцип жизни же, я же не на этом. Кстати, ты говоришь, у тебя друзей не осталось. Вова, классный, он всегда тебя поддерживает. Не, Вова, да, блин. Вова, поддержи, пожалуйста, вот этого человека. Ты играй, а я буду просто рекламировать. Ой, блядь, ну хватит мне рекламировать, блядь. А без этого никак. Файтинги, блин. Еще раз так, два раза, и все. Вован, блядь, завтра танки, сука, устанавливаю, будут. Блядь, запишу видос про танки. Нахуй. Просто забей его. Шучу, блядь. Вован, люби его. Вован, я всегда, блядь, твои танки смотрю, иногда не отписываюсь в чате, но всегда видосы проматываю. О, Шреддер, люблю эту хуйню. Так. Сразу делай, иначе он тебя забанит. Хуя, попался на одного такого же косяка, да? А он не умеет так же, как делать. Я мимо него-то бью? Подожди, стой. Короче, себе придет Шреддер проходить по фуслайк. Подожди. А ты его сам пройдешь сейчас. Давай, еще раз. И давай бей, и вот так вот. И что, тут вопрос решен. А, я думал, уже решен. Но тут нихуя не решен. Не, ну еще дальше кого проходить надо. Так-с. Кен, что ли, блядь? Кто это? Да бей его, какая хуй разница, какой-то Кен обкуренный, блядь. В обосранных штанах. Да ладно, восьмой. А, да, Кен. Подожди. Блядь, сука, сейчас с этими аперами меня заебут. Он, короче, просто сейчас промахивается из-за того, что он курит сигарету. Не курю я вообще, не курильщик. Что ты говоришь на меня? Так. Ты что, медленно как делаешь? Давай, еще немножко прям. И еще второй раунд так. Вот еще всякое наговариваешь на меня. Да он просто рука занята у него. Половина руки занята. Забей сразу вот так вот. Раз, еще разок. Вот, два раза ему так сделать, и он сдох. Он тоже, знаешь, не промах-то. А в первом раунде он вообще сдался. В первом раунде, да, херня была. Ты так не тихо, не делай. И вот это тоже не надо. Ты просто промотайся туда, вот. Апперкотчик. Даже, Слав, не надо советовать. Ты сам знаешь. Настрой кнопки не моя. Почему у меня, блядь, удар, блядь, на сука, на четвертый? Даже запал, слушай. Ты давай еще, пройди его и все. Залог. Я вот блок поставил. Это, короче, херня.
Ах ты говнюк! Заблочил, да? Да, восьмая сложность, конечно, жесть. Тут надо весь скилл, блядь, показывать. А скилла что-то в последнее время... А, еще разок, и все, он сдох. Нахуй! А, он промахнулся. Еще разок. Просто порни чем-нибудь его, блядь! А, блядь! Подойди к нему, порни чем-нибудь. Подожди, перекур. Ты так. Ему сказал об этом? Ну, перекурим сейчас, подожди. Вы стоите в реальном времени, кстати. Ты подождал, пока тебе энергия накопится, красавчик. А нехуй, блядь, страдать. Короче, он настолько был мощный, что он затупил. Ну да. Ты мне с ней предлагаешь играть? Ну, по жизни, по уровню игры. Ты вообще-то так-то выиграл, так? Ну, по уровню, да. А я ничего сигареты делал-то. А вот как я сейчас. В зубах тоже. А и дальше прохождение? Знаешь, ну мы же с тобой, блядь, умеем, блядь, играть, блядь, с зажатыми зубами-то. Ну это прохождение, что ли, или чё? Ну, прохождение или чё, подожди. Просто Шредер очень... На YouTube я хер узнает, когда меня разбанят, я не знаю. А ты там на все вопросы. Пишут там две недели, блин, что ли, или два месяца. Там они по-разному пишут. Я вот и жду, поэтому новый канал не создаю. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, как это злая, блин. Алло, алло, Вован, алло, все нормально, говорю же. Не отжимайся больше. 500 раз от пола, а то еще пришлют 500 раз, а то приседания было много. Mm-hmm. Это что, красный талк, что ли? Ах ты какой злой-то. А если я зазвезд? Нажми на паузу, стой. Подожди, я сначала должен его забить. Или он меня забит? Ну, неплохо. Че, он KO. Он встал, что ли? Yes. Нет, подожди, какой KO? Все мы видим, прекрасно. Подожди, не всегда читаем просто. У меня часик Славик сегодня читает, просто не я. А он сейчас играет, не мог заем. Да вообще с Ютубом все проблема, вообще конкретно. Либо реально новый канал создавать, либо хуй знает, 2 месяца там ждать, блин. Пока апелляция пройдет, блин. Я вообще не помню, это что, с Линкс у нас было что ли тогда, блядь? Или что там? Хуй так, короче. Я хуй знает. Он что, он сдох, что ли? Ты походу выиграл. Случайно? А это что за дедушка? Он сильно наивный. А это этот? Саблезубы что ли? Там, я же рассказывал, что это... Барышня этой девушки... Вот ты рассказываешь, а я, блядь, сейчас... Я имею в виду, почему на Ютубе-то вся хуйня такая у меня на канале. Барышня этой девушки, короче... Он, ну, просто хуесосовский пиздолист, ебалутый говно. Натыкал страйков и, понятное дело, не знаю, когда разбанят. Тут пауза есть, да? Хуй его знает. Я же говорил уже, что мне на Ютубе как бы стремновато, блин. Мне вот на Твиче уютнее. Но, блин, ну все равно. Хотелось бы, чтобы Ютубчик работал. Правильно, Славик, я говорю? Вообще-то удобнее, да. Ну да, ютубчик как бы... Ну, блин, я с этого же не зарабатываю, блин. Есть трансляция. Это для вас делать. Мне главное, да, для вас делать, Славик правильно говорит. Мне главное поиграть, вон, посидеть, да и все. Возможно, сейчас и играем. И пообщаться, да. Че, мы так со Славик могли в принципе вдвоем так сидеть и шпилиться? Мартуха. Где там Шреддер и... Кто это, блядь? Вообще. А че он сдох?
Убил ты его, блядь! Зачем-то? Это он Бэтмен включил. Я не знаю. Ай! Он электрично стреляет. Ай! Он меня вообще убьет. Убьет, я продолжу. Хотя по пизде хотя бы. Не, прикольный файтинг, да, все равно сделали. Пацаны, блядь. Нормально. Мугенчики, но прикольные. Вообще Муген с какого года? С 99-го, по-моему, да, они там начали что-то делать. У меня задача. Он, смотри, и... он полный включает, да? Ну я не знаю. Я про Муген там начал. Надо почитать будет в Википедии, блядь. Типа он с 99-го года. Все, выиграл? Мне надо выпить. А что-то меня напрягать начал. Бля, у нас выпить кончилось, чувак. Это кто? Кто это? Можно сразу... А, это Симпсонов этот, блядь. Как его, блядь, сука? Бернс. Мистер Бернс. Он, сука, злой. Это мистер Бернс, он злой, да. Ну давай, Шреддер против мистера Бернса. По-моему, дежавю, где-то такое уже было. Это просто случайно получилось. Я сам ржал. Да, блядь, ну естественно ржал. Ну, видишь, некоторым не понравилось. Как говорится. Он просто, блядь, он понимает, что, блядь, я больше кнопку жму, что он, блядь, может это сделать. Да он имел в виду, наверное, про тот стрим с Линкой, блин. Да, не знаю. А что дальше? Дальше вот тебе. А они что, бесконечно, что ли, будет? Не знаю, я его до конца никогда не проходил. Хватит Шреддер, он тебя, блядь, меньше три раза, блядь, ёбаный рот. Чего, погодь. Сейчас. Давай с вами поиграть, почитай комменты, у тебя очки есть, я ни хрена не вижу. Очки есть. Пиздец, я вижу охуенно, извиняюсь за мат. А какой обзор смотрел ты? Танки. И еще где-то там приседал. Я начал повторять, у меня теперь ноги болят уже пятый день, блядь. Он пиздец, у меня уже неделю ноги болят. Неважно, у меня тут, блядь, сука, походу Донателло, что ли, блядь. Какой? А, Леонардо. Это... А, нет, подожди. Да дай его запись, какая разница, он тебя так и будет швырять. Примени тот суперудар, и всё. Да тут решено, всё. Да тут был бы тот суперудар, блядь. Да. Это любой суперудар, ты её всё равно победил. Естественно. Дай мне ёбать. Как вкусно было, естественно. Блядь, этот суперудар заканчивается вкусно. Как было вкусно. Ну, убей, что ли, его. Сорян, братва, отвлекся на алкоголь содержащий напиток. Так. Это не алкогольный содержащий, а это тонусный напиток. Да, это Швепс. А танк в обзор какой ты смотрел? Блять, вовон. Стопэ. Блять, пауза не работает. Ладно, буду так рассказывать. Короче. Давай мне жестко ебать, и разговаривай. Ай, блять. А вот я сейчас про все танки вспомню. Я знаешь, что хотел? Увидеть на Т-34, во-первых. Еще вопрос смотри. А, чего? О, гамор накачанный какой-то. Я не вижу ни хера, тут что написано. Бля, я не вижу, чувак, чат твой. Подожди. У меня глаза слезятся, сорян. Раф спиздил меч Леонардо. А. Да, есть он такой. Он был красный, короче. Короче, ой, под... меня... Блин. Я все смотрю, что ты делаешь, Вова. Блин, в танчиках я так разбираюсь себя. По-моему, Пантер у тебя была, ТТ-4 или там... А, кстати, а есть в этих танках, что ты играешь, вот эти БТ-шки? Быстроходный танк, БТ-9, по-моему, БТ-5. Ты на меня, на него смотри, он же... А, да, я же в камеру, да. БТ-9 точно был, БТ-5 точно был. Вот эти быстроходные танки, которые по шоссе гоняли, не на гусеницах, а на вот таких вот. Там их нет, по-моему, да? Он меня пинул, что ли? Не, БТ-х явно не было. Сука. Этих чешских танков, как они там, чешские танки... А это я не знаю. Подожди, чешские.
Там они там названия стрёмные у них. Они там бесконечные, что ли, игроки? КПДТЗ, что-то такое. Ебать, их чё, куча? Ну ладно. Сейчас разберём по запчастям. Железного. Я чё помню с детства, я танками увлекался, вот чё помню. И всё. Я помню, что БТ-хи были, вот БТ-5, БТ-9 точно в СССР были. Они чуть ли не на шинах вообще ездили. Нихуя, я меня всю жизнь просто за один заход занял, что ли. Железные. Как так бывает? Нету. Вот БТ-х бы туда запихнуть. Вот как я мартуху запихиваю всяких, да, вот этих стрёмных. Вот запихнуть бы туда БТ-х, ебать, было бы вообще ништяк. Ну я что, троллить решил, что ли? В смысле? Короче, я проиграл. А, проиграл? Ну, бывает. Не всегда выигрывает. У меня еще второй раунд есть. Ну давай, Слай. У меня, короче, я его тройнул, он меня тройнул. Ну давай. Я тоже не супер. Блин, я сейчас вспоминаю, сижу, как это называется-то, блядь. Мортиса, Мантиса, блядь, вот эти итальянские танки, блядь, все вот это вот. Не вспомню, блин. А вот где-то в году 2005 я мог похвастаться, что про танки знаю все. Представляешь, прошло 10 там с небольшим лет, и я, блядь, все про танки забыл. Это просто полный комдец. Надо будет перечитать. Хорош. А, прошли, что ли? Ты выстоял в этой битве. Теперь, Славик, давай раунд полностью прохожу я, и полностью проходишь ты. Ну понял, то иди. Идея проста. Я просто прохожу. Иди. Куда? За пиво. Вон там пойди. Ну, я и говорю, иди. Куда пойду? Ну вот, я рассказываю дальше. Ну это куда-то здесь можно? Давайте еще полчасика поиграем, да? Только я сейчас буду фриков выбирать, типа Фринстона сейчас кого-нибудь такого найдем. Я тоже свое поуграл. Да вот пусть будет. Ух ты, батюшки. Я столько в своей жизни про танки начитался. Блин. Ну, не любитель я. Хотя у меня на компе стояло. Но я больше по фате. Или по РПГ. Да что же меня пуляет этот долбанный анимешник? А, максималка стоит, а я раз на слабо не играю, все понял. Я тут, блин, Человек-пауком проиграл, прикинь, Славик. Всякое случается. Сейчас погодь, Славик придет, прочитает сообщение, я просто отсюда не вижу. Так, я вижу, что появилось, но не вижу, что написано. Так, сейчас, подожди. Подожди, надо что-то с этим делать. Ну как тебе, уютник ВКонтакте? Ты смотри, что он творит. Слайк, походу сейчас твоя очередь будет. А нет. Подожди. Да. Ты чё меня пугаешь-то, а? Всё, он меня убил, ёпта. Ты чё, кем выбрал? Человек-паука. Этого дебила, что ли? Да я не смог справиться с каким-то анимешником, прям. С народом, что ли? Ну. Где у меня стик? Полная беда. Подожди, я тогда читать буду. А я еще Наруто выберу, посмотрим. Бля, это слишком много. Славик, подожди, не выбирай, почитай комменты. У тебя очки есть. О, я могу тебе, если что, дать аккаунт. Дать с пиздатами такими, если захочешь поиграть. Но это на всякий случай, и я тебе предложу. Ну это понял, а дальше? А дальше, он дальше напишет. Дальше нет, продолжай. С чем пиздатом-то, я не понимаю. А где я есть? С чем пиздатом-то до аккаунта? У него, блядь, спасибо. У меня в прогрессе, в процессе очень куча игр. Я прилягу здесь за экраном. Но меня слышно. Вот, и в процессе очень много игр. А я проиграл, игр. Да? Славик, давай. Ну я выиграю, я же знаю, что это навсегда выиграю. Самое что главное, это чтобы разбанили на ёбаном ютюбе, блядь. Создай второй канал больше. А я знаю, кстати, охуенных людей, которые, блядь, только на Твиче играют, блядь. Потому что YouTube считают, типа, попсятиной для всяких там, кто хуйней страдает.
То есть YouTube как бы хуйня. Надо главное Twitch. Twitch это игровая хуйня, и на игровой хуйне надо играть. А YouTube это для тех, кто... Ну, видеоролики выкладывают, я на YouTube выкладываю там ролики, да, то есть все можно. Но не для прямых трансляций, это точно. Чат ты вверх посмотри. Чат вверх посмотри. Ну посмотри, чат вверх, посмотри. Я не вижу чата, здесь нет. А. Владимир пишет, чат вверх посмотри. Китайскую ПТ посмотрел. АЛ смотрел. Китайскую? Нет, китайскую не посмотрел, Лаван, каюсь. Завтра посмотрю, и мне только сейчас Славик закинул на интернет денег. Кстати, он записал, надеюсь, что я ему должен теперь денег, а у меня их нет нихуя. Нет, я записал за то, что я тебе дал, и за то, что запил, а остальное похуй. Ну ладно. Посмотрю обязательно завтра с утреца под пивко. Обязательно посмотрю, блин, Лаван, обязательно. Лайк с меня однозначно, заранее могу поставить, но я не буду ставить, пока не посмотрю это стопудово. Ну, вот, кстати, вот этот... Я так и буду прыгать. Вот это вот и... Посмотри, поржёшь, Владимир Кушнец. Да посмотрю, завтра стоя проснусь, посмотрю. Вован посмотрит он, да, поржёт, по-любому. И Славик, наверное, посмотрит. Не, я навряд посмотрю, потому что завтра заставляет работать, я могу и проебаться, конечно. Ты на работе, что ли? Да. Ты на харде, что ли, играем? На харде я играю, поэтому не проходим. Мы бы уже миллион лет назад уже прошли бы. Ну, мы уже прошли же. Блин, на харде, что ли, играем? Нет, блядь, сука, на софте играем. На софте? На софте. А он мне в пятку попал, ты чё? Так не умирает. Ну, в принципе, открыл зеленый, умирает. Аван, всё посмотрим, всё будет ништяк. Я бы там вместе, знаешь, Вован, конечно, не мое дело тебе подсказывать, потому что ты в танках лучше меня разбираешься. Возможно. Ну, я бы рассказывал там, ну, подготовился бы к стриму. Про технические характеристики танка. Хорошо, он жжет, сейчас упадет нахуй. Там калибр. Просто. Да хуя жжет со слезами. Скажи, заебался, сказать заебался. Я заебался. Говорить слово заебался. Ты короче, блядь, подожди ты. Ой, Бэтмен, уши чешут, чё ж такое со мной случилось, блядь. Ебать, да знаю. Ладно тебе, блядь, хорош уже. Ты чё, блядь. Мне нужно брутально какого-нибудь выбрать, чувака. Ты бруталити сделай кому-нибудь хотя бы здесь, блядь. Да здесь как он хотел кого-нибудь выбрать, блядь, я не вижу, ну да. Нихуя. Нихуя ты не видишь, у тебя очки даже есть. Мне ну, тоже ладно. Надо, кстати, нихуёво прописать. Ладно, пойду, короче. Я имею в виду прописать очки, а не в очко. Пойду. Спинка. Как его звать? Звать-то зеленоглазого человека. Зеленоглазого? А, который не любит Соню. Кейну. А, как ты сразу меня пизды-то дали. Давай, народ, это нормально. Это не та история, что ж ты делаешь со мной, ты демон-то не мой, да. Кейно Уинс, фаталити. Кейно фаталити. А прикол, да, мы сейчас ни одну фаталку не сделали, потому что тут нельзя это делать, потому что сборка, это солянка. Я его ударил, да? Я его ударил в затылок, что? Я Нидзи ударил. Из Mortal Fantasy ударил туда. Славик, в тебе стример погиб, блядь. Я бы тебя смотрел, нахуй, круглосуточно. И каждый 10, каждый... Ты где, блин? 2 часа тебе по полтиннику бы донатил, блядь, чтоб ты, сука, не останавливался. Я посмотрел, насколько тебя, сука, хватит, блядь. Ты посмотри просто, ты эту картинку... Сколько ты в час зарабатываешь на работе? Ты посмотри на эту картинку, он дрочит камень, походу. Стой, оставь. Я устал, мой ты камень. Подожди. Блять, я так тебя искал. Это такой охуенный камень. Ебать, какая дырочка специально для меня. Ой, как подходит, блять. Ты чё, как извращенец, по-моему, не несёшь. А хули он ебёт камень, блять. Чё это за нахуй, блять? Ещё руку так положить.
какая-то красавица. Подожди, подожди, да? Он прям рукой поддерживает, типа, смотри, я камень, как я тебя, блядь, сука, камень мой, блядь, любимый. Ты немножко прерывай. А почему камень, сука, на лету, блядь? А, это же живой камень, это же не самое. Да это летел-то. Блядь, ну я хуй узнаю, что с этим камнем делать. Но, ну, ну-ка там написали, ну, что-то. Он нашел, что с ним сделать, и думает, раз уж камень на лету, что я не выебу, блядь. Блять, давай, Кейн, давай, когда ты закончишь. Слушай, а у нас 18 плюс стоит там эта подписка? Навряд ли. Блять, ну потому что. Конечно, детский праздник стоит. А вообще можно камни ебать? Это как бы считается, нет? Потому что я не знаю. Как говорится, правой рукой не дрочится, а только левой. Смотря как. Да он вообще, по-моему, не дрочит, он ебет камень, бля. Он просто правая рука, а левая он подрачивает. Ну так и будет, да, ебать? Ну ладно, давай посмотрим. Ну сколько, 500 раз? У тебя пиво осталось или завтра пойдем? Там. Тут? А, спасибо. Ну давайте посмотрим, как Кейна ебет камень, блядь. Прошло 3000 лет. Кейна, что с тобой? Сука, когда он кончит? Я уже заебался, блядь. А камень-то бесконечности. Да ладно, бабу... А тоже... у него рука бесконечности, я вспомнил. Славик, по идее, бабу уебать можно тоже до бесконечности. Она может там по 800 раз кончать, а мужик только один раз. Ну, Кейна, что-то, блядь, с камнем, блядь, улегся нахуй. Давай посмотрим. Давай, немножко сидим. Спасибо за лайки, которые, блядь, нету. Которых нету. В Твиче есть, блядь. Ну ладно, ладно. Короче, уголок порнографии в Mortal Kombat. Блять, я смонтирую видос этот, блять. Кэна, то это такой бакацкий. Да подожди, да. Я понимаю, что. Да он доебет этот ебаный камень. Я понимаю, что блядь, Соня убил, блять. Ну Соня-то нет, вот камень зато есть, смотри, какой эротичный, на лету. Ну и сколько он его ебать, этот камень будет? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Почитай пока, что там пишут. Да там просто ржут топа. Ну, блядь, ржак и, блядь, ну почитай. Это еще. Ну сейчас, подожди, пацаны! Ну как мы мужика отвлечем, блядь, от его, сука, блядь. Как почитать? Лобка. Пусть ебет пока. Да давайте подождем, что такого-то, блядь. Пока член не сломает об камень, блядь. Ну там хорошую дырочку нашел, походу, блядь, но. Камень. Да, ну пусть пока. Под самое. Там сейчас надрочишься дырку и будет там дрочить. Да я не знаю, как я камень ни разу не ебал. Что точно? Нет, у меня было дерево, но камня не было. На камне, которого не было. Дерево было, базара нет. Кстати, тоже неплохо. Похуй. Ты хол, долго держать? А нет. А он долго ебать камень будет? Я уже заебался смотреть на это, блядь. А тебе комбит написал? Славик, нажми что-нибудь. Да, почитай комбит. Блядь, да он, сука, ебет камень и ебет, когда он закончит. Вы уже порно устроили. Не-не-не-не-не. Мы тебе сейчас другую марту включим, где там тетки с сиськами и с письками, блядь. Это не порно. У меня секс был, я признаю. Ну, мы штани утягивали. У тебя секс был, нихуя себе. А у меня не был. У Славика не был, вот, например. А у тебя был? У меня нет. За сегодня? Нет. А, ты скажешь, за какое время? А то так ржешь. У меня последний секс просто был, Кана ебет... когда я Линку ебал, и все. Кана просто ебет камень. Да мы долго будем смотреть, как, сука, Кейна ебет камень. Ну похуй, давайте смотреть, блядь, Кейна ебет камень. У меня пока пиво осталось, еще попкорн достать. Да, в принципе, нам что тут торопиться. А попкорн взять надо, почитай, да? Что там написано. А что, добавили? Ага. Лучше в попу. Да, он в попу и ебет, не видишь, что ли, блядь, камень раком стоит. Давайте порно посмотрим. Вот порно посмотрим, мы все втроем нахуй сядем. Да нет, порно нельзя, но вот камень как Эйна ебет, можно. Вова, зайди просто в Яндекс и набери... Порно в попу. Я тебе сайт подскажу. Pornhub.com, блядь. Иди да смотри. Просто в Яндексе зайди, ну, просто бери порно. О, такой хуйни не будет, блядь. Это полный пиздец. Сука, я нарезку с этого видео завтра сделаю. Это пиздец какой-то, блядь. Ну чё он камень... Чё он доебался до него, блядь? Устал. Сует, смотри, блядь. Ты думаешь, он сует? Он потом рукой, сука, помогает, блядь. Типа, чтоб протиснул, блядь, в камень, нахуй. Ты видел? Как это извращается? Это какой, видишь? А камень-то нормальный висит, ебать. Этим камню-то нравится, походу, блядь. Ну, это...
Ой, блядь, блядь, ну и ладно. Ну пусть ебет. Проблемы, что ли? Давай, Славик, хорош ебать камень, давай, продолжай играть нахуй, давай, блядь. Ну пока камень ебет нормально. Блядь, Слав. А что продолжать? Ну, это кнопку нажать, да? Да, все, ура, блядь, все, выебли камень, наконец-то, блядь. А что дальше делать? Выбирай пьесы, ты проиграл же. Давай, дальше идем. Да мы уже все прошли, что нахуй еще. Да нет, ничего не прошли, играем дальше еще. Полчасика поиграем. Не, после этого видео... Камнеебство, блядь. Я вообще... Ты вообще слышал про камнеебу хоть раз? Мы сегодня новую, блядь, сука, шизофрению открыли. Камнеебство, блядь. Ты Вове не призывай, он очень молодой человек. Вова уже взрослый пацан, блядь. Он знает, что камни ебать нельзя. А Кейна, походу, не догнал еще. Решил, о, астероид. Давай. Он же железной головой половины. Да, да, да. И сказал, что... Да какой у нее на глазе наклейка? На глазу наклейка просто такая. Не, я имею в виду, не тоже наклейка. Ты уверен? Ему вырвали глаз, у него лазер вместо глаза не поставили. Он технологичный, не смотрел нихуя сериала, себе. Откуда у Кейна эта хуйня, он был обычным. Он был обычным барыгой Кейна, был обычным барыгой оружия. Вот, и ему, не помню кто из песов, ему выбили глаз. И потом ему вместо глаза поставили вот этот поебень, и еще туда лазер въебенили, чтобы он мог вот так вот прищурившись, ебошить лазером. Нихуя себе, а вообще синий, что ли? Наруто, что ли? А Шаукан? Не, Шаукан так себе пес. А что за хуйня? Я не играю. Ну и ладно, читай коммент. Коммент можешь читать? Там пишет. А уже пишет. Завтра всех пропиарю. Давай. О, во-во! Это тот самый видос, который ты обещал. Да-да-да-да. Спасибо. Ну это уже второй. Большое. Это уже второй будет. А Славика не забудь, Славика. А у тебя есть что-нибудь на канале? А мне не надо. Вячеслав Середин, если что, запомни. Не, не надо. Надо, я поржу. Поржу, что у тебя там есть. Ой. Все, 1000 просмотров, то это хуйня. 1000 просмотров хуйня. Ты чего? Ты на чем 1000 набрал, эй? Не знаю. Чё ты делал? Хуя ты чё-то делал себе. Так. Все, давай, моя очередь, короче, теперь. Дорога включается. Я тебе поиграю. Я играю, блядь. Ты за кого? Я за, сука, за демона. Подожди, что ли? А кто из них демон? Вот тот, кто сейчас хуевер. Блин, я воздухом отравился. Славик воздухом отравился, но это ничего, бывает. Ну, бывает, нефть летает. На, смотри. Да ну та! Это моя тема, походу, я заглубал. Да, ищи. Без джойстиков. Все, завалили Шаукана. Чертям собачьим. Сейчас пых. Сейчас Шаукан no more, да, будет. Бедный Шаукан, помолимся ему, Цеясу Небесному. Так и будет стоять? Двигайся, мужик. А ему это, Наруто пинка не дал. Continue, yes, no. Ну, yes, например. Юай. Блять, ты сука, не стал джойстиком. Ес, ёпта. Так, ну давай. Сдох. Давай теперь я, блин. Все, погнали. И сразу. Да чё мне постоянно соники всякие попадаются, блять? Против народа, блять, ты чё, ебанул с лохарде, ебать, против народа соником, блять. А я бы его забездал. Ты народ или кто? Я смог, ебать, который не смог. Ты нашел, блядь, ебаный Mortal Kombat. Блядь, ну я же по мартухе, как бы, блядь. Скорбим по смоку, скорбим. Блядь, на нахуй заебал, блядь. Ты мутанта выбирал. Давай друг против друга сейчас.
Ты ебал, ты хоть джойстик настрой. Да мне похуй, я не на настроенном буду играть. Это могу исчезать, и чё, блядь, пизды получать? Пиздить надо. Ты же хотел морту. Я получил морту. Я уже хайп полный получил. А ты уже хуйней занимаешься. У меня нет слов, я. Он меня покосал. Покосал, он тебя завалил, блядь, а не покосал. Он демона просто завалил. Ну давай, выбирай там. Ну. Давай это, нахуй. Охуенно я придумал. Ты сказал, я тупо на... игру вырубил, подожди, стоять. Ты сказал. А хули она по эскейпу закрывается? Ты сказал. Подожди, стой. Погодь ты ржать, блядь. Я не ржать, я прокашлялся. Я, блин, сорян. Сказал, выбирай нахуй. Я выбрал нахуй и прокашлялся. Ой, блядь. Я ща... нахуй выбрал, там нихуя никого нет. Сейчас захватим, подожди, стоять. Фу, блядь. Стоять захватим. Ой, вы стойте, блядь. Мы захватим. О, сейчас, подожди. Славик, ну ты меня, блядь, с ума сводишь уже, блядь, сука, блядь. Блядь, приходите, больше не будем. Бах! Ха. Бахаха. Бухаха. Бухаха. Поехали играться. Так, вот тут я тебя сейчас буду надирать. Давай не будем настраивать джойстики. А что нажать-то надо? Не знаю. А, вот смажу. Ты закрытый. Ты черный экран хочешь ебашиться? Не, я буду ебашиться в светлый экран. Я с Рождества не играл в рождественскую мартуху. YouTube все, блядь, воюет со мной, воюет, сейчас всякие приходят. Так, на, ну-ка, вверх-вниз. Вот этим. А, нужно кнопку. А. Да, все, работает. Я просто кнопку отключу. Давай. Давай Versus, Versus. Давай с тобой сразимся. Второй сверху. Это что? Да. Зумай. Так. Один на один. Я что, первый, что ли? Нет, вот нажми сейчас. Комбат, да? Да, комбат. Чтобы один-один было. Так. Давай воевать. Ну, ты же знаешь, что я тебя проиграю. Я тебя проиграю? Я. А я тебя обопью. Поехали. Давай, я тебе даже фору дам. Я же выбрал. Ах ты, Матару выбрал! Это случайно было. А чё ты не выбрал? Не зря выбирать. Не Матара, а Жучара. Погнали. Сейчас ты будешь страдать, чувак. Или я. Эх, мой любимый, моя любимая мартуха, блядь. А, эй, ты что, научился? Офигел, что ли? Сейчас коммент прочтем, подожди. Тут видно, что приходит, но не видно, что. Потому что меня варят тут. Это, сука, надо исправлять. Наперкотами, сука, легавые. Пиздец, вы легавые. Сюда иди. На! Это вам повезло! Читай, что там. Чё? Могу прямо сейчас припадать, давайте, потом позвони, а его. Я всё понял. Чё написано-то было? Я чё, видел, что ли? Я могу только тебе пинуть, что ли? Ау. Бля, Слав, я тебя просил прочитать, а ты, бля, хуйню хуйню смотрел. Ну там сказали, ау. Ау, да тут мы, блядь, ёпты. Вы заебали? Мы тоже комменты не читаем, потому что меня Славик тут прессует, блядь. Я психом стал. Мы все сейчас прочтем, сейчас эту травму пройдет, и Славик все прочтет. Я вот, все, все. Все, я пошел в сортир. Могу прямо сейчас провернуть, давайте. Че?
провернусь. Про пиарить. Ёпта, это же давно. О, давай, Вован, давай, давай. Так это же давно был, блин. Да, блядь, хоть третий раз уже, блядь, уже заебись. А потом посмотрите, ау. Ау, здесь мы, кромсай видос мой, скачивай, кромсай, если умеешь это делать. Запихивай. Давай. Говори, что такого на Ютубе больше нет нигде, блядь, что пацаны, блядь, просто отдыхают, играют в мартуху, во всякой файтинге. Давай, короче. Да, и... Вован-то делай. Вован, ебать. А он пошел, короче, это... Поссать. А, и лайк, естественно, со Славика и с меня, как обычно. Базара нет. И, Вован, включи ебаный донат. Мы когда разбогатеем со Славиком, блядь, окей, мы тебе будем закидывать. Давай, закинуть. Иди. Все, я пошел, да. Вован, спасибо большое. А чё, когда я злым, блядь, был? Да чё, не подскажи, сука, там? Слышь, стой, что ли? Владимир, если ты смотришь, чувак, подскажи, в какую ему играть? Что-то я, по-моему, опьянел нахер. Я, походу, не столько пьян. А напилась я пьяну. Давай, Джой, бери в руки, пьянь. Разъебать тебя буду, блядь. Все, мы меняемся джойстиками. Честно. Так, все, погнали. Так, черт, бля. Ну, допустим. Комбат. Вниз? Вниз, блядь. Вбок, блядь. Вниз. Ты нахуй ел, включу. Да подожди, у тебя вот эта хуйня. Ага, поиграй на моем джойстике. Осознай силу, блядь, пиздеца. Так, пацаны, комменты не читаем, смотрим Артуху. Так. Он купленный. Блядь, у меня джойстик, на джойстике кнопки нет. Двух. Я теперь стал на место. Это что такое? А. Так ты что меня бьешь, или я тебя? А, это ты? А что, хуль ты... А хуль тут что мигает, эй? Бич! Эй, блядь, от меня клаустрофобия сейчас начнется. Это да. Бич! Эй, блядь, нихуя не видно. Блядь. Сука, блядь, пацаны, сорян, ебать, за зрение, блядь, за ваши убитые, блядь. Ну, это мартуха. Ты что, больно включил? А я здесь. Блять, это полная жопа! А я здесь. Ёбаная молния, блядь! Ааа, Славик 1-0! Блять! Как ты меня мог мартуху-то? Ну просто у меня, блядь, у меня в глазах все ебошится, блядь! Ну логично! Я понимаю, пацаны на мониторах смотрят, но у нас-то маленькая окошко только открыто, блядь, сука, но это и то уже пиздец. Я не знаю, пацаны, сорян, блядь, кто будет смотреть, кто смотрит, Вован, сорян. Арена такая, блядь, я не знаю даже, что с ним делать, блядь. Ай-яй-яй-яй, промахнулся. Ты козел. Ты козел, зеленый причем. Сука. Ты козел. Хватит мне пинать, блядь. Все, убил, блядь. А, не умеешь нихуя? Три раз вперед. Ты, блядь. У меня жестко залез просто. Хватит мою пиво пить. Не, нихуя. Пей мою пиво. Я тебе фаталочку хочу заебеть. Слав, у нас так формат так себе, блядь. Давай без, блядь, вот совсем уж пиздеца, блядь. Да и ладно, я на работе так всегда хватим. Ага, приходит такой, типа, на работу Славик, такой говорит, блядь. Блядь! Че вы, блядь, сука, не видите вот на этой ебаной полке Клинская, блядь? Вы че, слепые? Вам, блядь, сука, справку дать? Да! Вот так еще вот поебальник! Вот ваше ебаное пиво, блядь! У меня кровь потекла. Откуда? Это нормально. Из жопы? Да! Она же кровь. Да, конечно! Мы же люди, у нас кровь есть. Вот твою ебаную, мать твою, Клинская, блядь! Сука, соси, блядь, пидор, будешь сосать!
Нормально. Тебе не нужно клинское выбирать. Все, ты магнит пришел, ебать. Пойду завтра на работу. Хорошо, так и делай со всеми. А, хорошо. Скажи мне, Миша сказал, так нужно сделать. А, окей. Миша сказал, так и нужно. Окей, 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 окей. Почитай, что в комментах написано. Мне еще... О, убийство туда, у тебя очки есть, а у меня нету. А та-та-та-та! Окей, я пошел. Да. Ну это Вова уже давно пошел. Ему надо позвонить. Не надо никому звонить, блядь. Играем Мартуху дальше. Так, да, погнали. А, ты выбираешь. Так, ну отключить это. Это. Ты что, в джойстике заблудился? Да. Бывает. А, ты хочешь по двое против меня одного? Ну давай. Не, я компас хочу. Вверх тогда? Куда, вверх? Ну компас, нажимаю. Я один хочу. Ой, блядь, ты пока будешь выбирать, я уже, наверное, жизнь проживу, блядь. Сидя, Миша, ты слышишь, этого игрока нет, не хватает. Сайтама. Ксюхау, наверное? Сайтама. Я не знаю, что. Что есть, то есть. Давай, погнали. Ну как мне выбрать-то? Курт, я не хочу, я это не хочу. Ну давай. Не хочу, не хочу, не хочу. Да я вижу-то, ебать, а какой бы ты... О, рэндом выбирай. О, кабал тебе попался. Кабаль? А как он у тебя горячий. Ну еще, видишь, как шумит. Эй, ты че, Эй, это не я. Это не я. Ты че, больной, что ли? Я даже знаю, что я с тобой сделаю. А я что с тобой сделал? Я тебя просто позапинаю. Я тебе под... А, блядь, сука, под кость уже не скинешь. А если я что-нибудь сделаю? Что ты не сделаешь, бля? Ах ты, какое кабалище, а? Ах ты... Как ты меня смог выиграть, ебать? Как... Ебани Риден! Это, блядь, невиданное зрелище, блядь. Меня убрали, блядь, когда я играю Рейденом. Ух ты, блин, ну погнали посмотрим, еще не все потеряно. Ты что, блин, ты что такое не может быть вообще, это не существует в природе. Ой, у меня кнопки не работают. Да, не работают, да, у меня тоже не работают, блядь, блок, например. Так, ее тупо нет, этой кнопки, да, вот, блин. Блин, ты меня забил. Играй без блоков, без блоков. Сейчас, кнопки. А, нормально. Значит, Ай-яй-яй. Сука, ты опасен, блядь, твой хардкор грязен. Подожди, стой. Ты рап не пиши, когда я пишу. Рановато, блядь. Я вошел через дверь, не веришь, проверь. У меня в кармане Рейден. Нихуя не поверю. Что ты скажешь? Я скажу тебе, подножка тебе нормально получится. Нормально, случайно. Ты сдохнешь. Я сдох. У меня заклинило немножко. Опять поправь кнопочку. Я тебе говорю, он меня прет. Это я знал, кого. А меня прет, а меня солнце печет. А меня прет, а меня прет. Луна встает. А меня прет, а меня прет. Дождик идет. Дай поддержу. А Славика прет, Славика прет. Блять, ну что, заказываешь? Не. 23-15, да? Не. Не. Это вранье. Это вранье и фальсификация.
Это все фальсификация. Я шансон говорился. Да он. Что здесь? Что здесь? Не, подожди, ты не умеешь так, подожди. Все, выбирай. А что, надо это отжать? Нажми кнопку пуска, если ты не трус. Опа. Значит, я им. Ну, погнали. Чё-то мне казалось, что хардкорни с каждым днём. А, слай... Оооо, аренка рептилийская. Так, ну да... Как тебе такое? Так. Балецкий. Лети нахер отсюда. Я шансук, ты чё, сука? Говно. На тебе. Даже без всяких. Хуёвен. Смотри, на нахуй. Ну, шатал. Вот Славик сейчас силен, сука. Ты это лох включал, ебать. Режим лох я люблю включать. Ну, чтобы Славик потом не разочаровался, ну скажет, сейчас уйду, блядь, меня специально выигрываешь, блядь, вся хуйня. Посижу, пока я посмотрю. Ну, смотри пока. А, так, а мы пока тебя будем разъебывать. Ах ты. Ой, я, сука, лоханулся! Вот ты лоханулся охуенно, нихуя себе. Да, зеркалился. Вот ты пиздец охуелся. А, попался? Нахуй. И ты, походу, сдохнуть, сука, решил? Да. Блядь, я перебащил. Я бы что-нибудь сделал. Ну, давай дальше. Почитай, что в комментах. Иди сюда. Мда. Окей, я пошел. А, все, ладно. Играем для себя. Это как в песне в той, да? Бухаем без тоста. Набухаться хочется просто. Бухаем без тоста. Окей, нормально пойдет. Потому что история же идет. Ладно, погнали. А, так, шансук меня не удовлетворил. Ну ладно. Смейся. А что ты двоих-то выбрал? Я не знаю. Хули ты двоих-то выбрал, блядь, заебал, блядь. Это такой взялся, блядь, пернатый, блядь, сука. Я не знаю, что делать это. Ёпи! Ты что творишь, блядь? Ты где вообще живой? Да где я не живой, все, блядь, что за нахуй? Хули, блядь, два этих долбоёба, блядь, вылезли. Так, подожди. Давай сбрасывай скин, заебал, блядь, я не хочу проигрывать. Что за нахуй, блядь? Я не выбирал, просто случайно нажал. Гейм. А мне что нажать-то? Я же зашки выключил. Славик, я не знаю, что тебе нажимать там, бля, кнопки всякие тыкай. Кнопки зависают. Голова. Иди выше. Выше. Я выбрал. Да возьми этот ёбаный, блядь. Кого ёбаный? Хуй стоит. Хуй мой ебучий, а не ебаный. Хуй сказал. Кстати, Слава, давай поспоминай, подожди. Камчик. У тебя когда последний раз, блядь, девушка была, блядь? Это, блядь, пиздец, нахуй. Когда последний раз, блядь, 20 лет назад был. 20 лет, то есть где-то 8 лет выебал кого-то, да? И это первый последний раз был. Чё? Привнеси себя, что? Привнеси, блядь, украсть! Блядь, сейчас люди подумают, что мы вообще говнари тут конкретные. Да, мартуху хуярим. Всё, поехали. Да, это жесть. Это жесть, вы знали, куда пришли. С
Смотреть не обязательно, но пизды раздавать. Ой, я знаю, кажется, откуда ты сейчас улетишь и куда. Боишься меня, сука, бойся, я такой крутой ниндзя. Подожди, стой. Ты вообще пидорас, да? Сам ты пидорас, Цюхао тут пидорас, больше никого в Мартухе пидорасов не было. Так, я не Цюхао, блядь, подожди, стой. Ну, это апперкот, наоборот. Карочка, блядь. Наоборотся она. Вот там твоя. Какой ты медленный. Какой ты быстрый, блядь. Дыщ! Как разгоняется-то, ебать, компьютер-то, ебать. Когда я начал играть. Эх, сейчас прекрасно полетишь. Ой-ой-ой-ой! Какой ты красавчик. Прям один удар остался. Сука, ты чё завязался? У меня кнопка у меня стик налево завис, ебать. Сука, у меня реально стик налево завис, ебать, остался. Паспорт. Давай повтор, требуй повтор на той же арене, блядь. Т. Славик хуёво. Там не поможет. У нас чё, стрим, блядь, то хуже и хуже, блядь. Чё ты хочешь? Тут нет ничего, всё. Ты хочешь? Там пил был. Где? Куда тебя? Ты отсюда куда взял? Куда убрал? Был же пиво, блядь. Бля, было? Где оно? Да. А, вот. Конкретно нормально. Есть там немного, да? Да. Пол-литра. Пол-литра? Маловато будет. Так, давай еще раз тоже бой. Ну и вот точка тут. Не пожал точку. Ты пока пей, я запишу тебя. Да вы перс выбери, запиздит он меня, блядь. Нашел кого запиздить. А я вырвал пока. Да нажимай уже. А что, не вырвал что? Какой отказ сделал? Отказ никак, все, выбыл так выбыл. Ты что, больной что ли? В чат глянь. Мда, я закончил, сейчас буду выкладывать. А, заебись, а дальше что написано? А дальше ничего не пишет? Да пишет, пишет он. Я это крайне прочитал. Ладно, заебись, ждем. А мы пока матуху играем. Так, подожди. Че, за Славик? А то он что-то меня победил тогда? Надо реванш взять. О, хорошо. Троллик какой, блядь, а? Вся. Что-то так. Жизнь не в ту сторону кончается. Нормально жизни кончаются. Блядь, 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 забейся, как фролов, блядь, тебя заебывают. Что, больной, что ли? Иди нахуй отсюда. А буду так махаться? Или так пинаться? Ну и будешь получать. Ладно. Вон там, блядь, Хатау что-то хуйней занимается. Марс еще сделал. Не получилось ничего сделать. Я, кстати, что-то заметил, что мы нихуя что-то фаталок не делаем. Поэтому надо фаталки сделать. Турлс? Турлс. Если ты вдвоем хочешь. Комбат, если ты в одного хочешь. Ты все забыл? А я не вспоминал. Ты, блядь, сука, забывчик. Я забывчик. Вячеслав Евгеньевич, давайте уже продолжать. Нет. Я тут сигарету даже даже достал, блядь, и никак не закурю ее. Курить нельзя! А мне кто на YouTube это еще выкладывает? Давай, блядь! Курить нельзя! Никак! Пацаны, сорян, бать, это Славик. Это не ванит,
главный герой моего канала, блядь. Куда выбирай уже, заебал, блядь. Да, попробуем. Угу. Понял тебя, так. Я второй перс копал. Слаг шансу. Ты дебил. А ты не копал. Сам сейчас будешь дебилом. Да я знаю, что я дебил, что, блядь, подписался на эту игру, блядь. Да ты заебал ты. Со мной мартов, конечно, сложно, базар нет. Ну, тут ничего не поделал, Славик. А в какую игру я бы тебе проиграл, как ты думаешь? Скорее всего, Наруто и Боруто. Ну, думаешь? Наруто я к тебе проиграл. Ах ты, как и удары знаешь. Ну, ты же такое знаешь. Замотал, тут всё наебал. Ну, а что поделать, блядь? Я бы тебе сказал, что делать. Подписывайтесь на его канал. Сейчас палец откушу, блядь. Кто поставит палец вниз, откушу нахуй. Палец вверх. Тоже зайду на канал, блядь. У меня же там написано, кто палец вверх ставит, а кто вниз. И тоже, блядь, сука, поставлю палец, мать его, вверх. На любом видосе, на котором мне понравится. Давай, Славик, выбирай перса. Заебал. У меня обоюдные лайки. Я вижу, я, мне пишут, откуда дизы, откуда лайки, блядь. Я же все вижу. Надо друг другу продвигать, а не хуесосить, пацаны, потому что хуесоска это полный отстой. Надо, блядь, продвигать друг друга. Хули делать-то? Это YouTube, ебать, здесь так делать. Мы же не деньги на этом зарабатываем, мы развлекаемся. Ах ты, блинский. Ах ты, блинский? Ты чё, это... Ты мне комбьеру такую сейчас обломал, блядь. Блядь, ты чё, на нём решил все это... От работы удар. Блин, ну просто я лучше мартуху играю, чем. Или у тебя что-то жестик? Да не, можно махнуться, если хочешь. Да не, мне нормально. Я просто пьяный. Ремейк вывел. Давай, блядь, я трезвый, сука, сижу. Так. О, охуенно. Так. А, мне сейчас отключил. А, у меня что-то жестик-то я отключился. Ну давай идем сюда проверять. Хорошо, с ноги пришло, нормально, это я... Это у меня перкот такой, это не с ноги пришло, это перкот такой. Иди нахуй. Иди нахуй. Да это хуйня. Это все хуйня. Ничего не смог сделать, ничего не смог сделать. Где пиво мое? Нету, кончился. Надо за тебя оставил. А, это? Ну вот, я говорю, оно есть. Так. Кабунус. О, давно и Кэлю Кэнгом не играл. Хорошо. Нет, сюда, сюда. Слава. Блять, получил такой. Я тоже не знаю. Ты стучал? Я стучал. А кто там стучал? Кто там стучал? Кто стучал? Кто не стучал? Забей, давай, погнали. Ну, стучал. Ебать, ты, сука, сам сундус, да? О, эпичная драка! О, блин. На стике шансунские удары, фу, бля, рюканские удары очень сложно сделать. Назад-назад вперед и все вот это вот. А вот у Славика получается какие-то подкаты делать. Рептилийские, но ему это не помогло. Но это было цивильно. Если посудить по жизням, так мы и были. Хорошо. Сейчас посмотрим. На нахуй, как я хорошо прилетел. Тоже неплохо. Да нахуй тебе ебать еще искать, блядь. А это что, велосипед покатился? Тебе велосипед в детстве не дает, что ли, блядь? Катаешься по воздуху, блядь, дебил, блядь, ёбаный.
Эй, отойду. Я тебя заколдую. Заколдовал. Ты отвлекся на часик, да? На часик сейчас, пацаны, сейчас погодь. Мне надо выиграть. Хотел сказать выебать, но я не буду материться. Что ты перестал? Ай-яй-яй, ты помотал меня, да, по жизни? А я постоянно помахаю здесь. Ах ты, какой ты козел. Ах ты, какой монстр. Ах ты! Ах ты! Ахтун! Ахтун! Ты бессмертный, что ли, там, блядь? Замучил меня от до смысла. На тебе игровую приставку, блядь. Давай! Кинчатр здесь. Дружба, Славик, дружба! 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 Не, пацаны, все нормально, очки уцелели, но это была дружба. Френдшип. А где мое пиво? Читай чат. Где чат? Там. Я закончу, сейчас буду укладывать. Готовы смотреть? Готовы, готовы, блядь, мы пиздец. Сейчас мы еще пару партиек сыграем и будем готовы посмотреть. То, что Славик сейчас все пиво выпьет, а у нас пиво не остается. Меня это беспокоит, прям пиздец. Тебя это беспокойство? Очень сильно. У меня сука нету, а идти тоже не хочется. Ну, Слав, тогда придется это. Да пей его, чё? Да нет, я там 2-3 глотка. Выбирай, чё, персонажа! Да я ж не хочу, а можно идти уже. Домой спать надо. Давай, один бой ещё. Боец не хочет. Боец сопротивляется. Что с ним делать? Ты нажми комбат, ёпта. Комбат, да? Ебать. Это каждый синяк так заходит в магазин. Я хочу другого. Ну, выбирай влево-право. Лево-право не работает. Да ладно тебе, Вася. Чё теперь работает? Да они все некрасивые. Я красиво выбрал, мне пофиг. Что-то больше чем выбирать, мне больше крови. Ну и так. Охуенно, блядь. Королевы против короля. Это, кстати, Синдел, это его жена, как бы. Это рандом он был. А ты что, против? А муж с женой поругаешься, что ли? Ну давай, попробуем. А скорее всего, ты меня запитишь, что? Ну нет, у тебя как бы... Ну, я постараюсь. Что за скорость, блядь? Ах ты. Что за скорость, блядь? Ты скорость увеличился? Чё не увеличивал? Нормальный борт. Так. Чё за пиздёж-то? А? Не пизди, блядь, баба, ёбаный в рот. Есть контакт. Вон, я... Я просто пиздато играю в Mortal, чувак, и всё. Ты пытаешься меня сопротивляться, по-моему, даже выиграл. Ничего такого, всё нормально. Погнали. Ты чё делаешь, блядь? Да чё, давай тебя травлю, чё, не видишь, что ли, блядь? А, идём сюда. Я забыл кнопку включить. А-а-а. Понеслась, да? Так, хорошо. Ты чё, блядь, бессмертная, что ли, блядь, падла? Нет, смертная. Ты стокнешь когда-нибудь, блядь, с тебя Шаокан пиздит, блядь. Ёбаный стыд, а? Нехуй. Вот хуёво, блядь, что я не могу тебе фаталочку сделать. Поэтому выиграл. Давай еще одну партию. Давай, жмай комбат. Что, на рандоме решил сыграть? Не, где с рандома слетит. Где, блядь, слились? А? Не вижу нихуя. Выбирай уже, блин!
Да как не горы, я Ниру не убираю. А Ниру, Катя, она как? А, я нашел, видно, стык. О, давай на этот вульф, да. О-о-о-о-о! На нахуй. На нахуй. На нахуй. Я прыгать раздумал, что ли? Я тебе так достану. Хочешь разнообразие? На разнообразие. Еще разнообразие, а? Знаешь, как я даже успел. Он наоборот сейчас отдохнул. Ах ты! Вписываешь! Ах ты, сучка, каблук у тебя хороший заточен. Да у меня все заточено на мартухе, ты чё? Отлично зашло. Я прям мечтаю тебя отсюда скинуть, блядь. Нихуя не получится. Нихуя не получится. Нихуя не получится. Да это хуйня нет. Ниже падаешь. Ниже падаешь. Давай, ладно, еще одну и хорошую. Ты куда побежал? Да, конечно, Джойс. Не убегай даже. О, ну погнали. Ну чё, Слайк, скажешь? Почему так слабо играешь? Потому что я лох. Не, серьезно. Шалом. Дес тоже не сильный игрок-то. Просто хуёвый. Да я тебе лучше дал, блин, который у меня есть. Блин. Я играю сам вообще скрипючим. Я в Final Fantasy играл, блин, в последний раз. Все. Короче, я лох. Смотри, ты вонючий дальний все. Где это? Да вот туда. Да, да. Все, ребят, всем спасибо. Да подождите. А мы еще на стрим, что ли? Да, Славик, прощайтесь с вами. Прощайтесь, Славик. Шаолинь всем, пацаны. Не умеете играть в какие-то игры, как я? Играйте в другие игры. Не умеете играть в другие тоже. Славик имел в виду. Не умеете играть в игры, не умеете и дальше. Но зато посоревноваться с чемпионами можно. Видишь, Славик сегодня где-то из 20 боев, которые мы сегодня провели, ну как в среднем, я не помню точно по статистике, 3 выиграл, это минимум. 3, даже 4. А там уже написано, все нормально. Да. Все, пока-пока. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Приходите на канал Вячеслав Середин. Это Славик, у него там тоже веселуха там на каналчике. Правда, мало пока, но если вы комментарии оставите, ваше желание, чтобы я что-то сделал. Все, пока-пока. 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 Пока-пока, достань из рюкзака. Пока-пока, достань из рюкзака. Я не умею играть в мартуху, я всем проебываю. Это да, это я. Ну, черепаху он меня надрал. Ну, это ладно. Все, пока, ребят, спасибо за просмотр. Всем спасибо в чате, кто был. Все, ништяк, мы со Слайком тут посидели, поугарали. Все, лаки-лаки, всем вам. Самое страшное, что мы не смогли найти пепельницу, и для пепельницы взяли, блин, ебаную миску какую-то. Из которой, по-моему, кошка моя пила. А если то. Надо ебучи. Присылайте Михаилу Мигору пепельницу. А, будьте добры. О, я новую полоску донат. Я сейчас, видите, полоску донат-то убрал.
типа на пепельницу, потому что я проебал свою пепельницу, я не знаю, мне кто-то либо спиздил, либо кто-то ее спрятал. Он ее просто тупо охуенно спрятал. Да и сам, блядь, не помню нихуя где. Сам сдал за мат. Да ничего, можно. Он, короче, ее спрятал. И забыл где. И походу, даже из Marvel Thor не может его найти. Все, все, пока всем. Всем пока. Владимир звонит. Абабан, блядь, как-то не вовремя-то. Как-то, блин, так-то. Алло! Алло! Блин, ладно, Вован звонил, сейчас мы перезвоним. Нашли там остальные трансляции? Где, блядь, есть-то? Справа. Все, пока-пока!